Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите очередной выпуск программы «Лидеры общественного мнения» на канале АВА ТВ. Я, как обычно, вам напоминаю, мы выходим в прямом эфире, в прямой трансляции. Присоединяйтесь к нам на каналах YouTube, Telegram и Facebook. И, безусловно, не забываем подписываться на наш канал, ставим лайк и обязательно комментируем и задаем вопросы нашему сегодняшнему гостю. Сегодня мы с вами поговорим о евроинтеграции в новых условиях, естественно, безусловно, и евроскепсисе и шансах Республики Молдова попасть в Европейский Союз. Представляю сегодняшнего гостя. У нас в студии депутат парламента Республики Молдова от ПДС Адриан Балуцел. Я вас приветствую. Здравствуйте. Спасибо, что вы нашли время, пришли к нам. Всегда рад к вам. Естественно, актуальная тема, да, и понятное дело, что будем беседовать от первого лица для наших зрителей. Адриан, давайте первоначально такая кратенькая справочка, да, ретроспектива, начиная с 3 марта, и еще один такой вот вдогоночку вопрос. Этот этап, на котором мы сейчас находимся, да, это самый сложный этап для евроинтеграции, вот как бы на ваш взгляд. Это не самый сложный этап евроинтеграции. То есть после подачи заявки о вступлении в Евросоюз, мы на данном этапе находимся практически на техническом этапе, где мы предоставляем Евросоюзу информацию о ситуации в стране по разным направлениям на данный момент. То есть как у нас обстоят дела или как у нас регламентируются разные сферы деятельности, как у нас работают правоохранительные органы, как работает юстиция, как организовано правительство, какие у нас законы в разных технических сферах, какие стандарты качества у наших продуктов. То есть это практически скрининг всех отраслей молдавской экономики, молдавского правительства, молдавской законодательной системы и устройства молдавского государства как такового. Этот этап очень технический. Мы уже заполнили первую часть вот этой анкеты, которую Евросоюз требует. Сейчас правительство работает над второй анкетой. Второй частью, да? Да, она более технична, и это 1800 с чем-то вопросов. Она 1800, больше гораздо, да, намного нежели больше, первые. Но намного техничнее. То есть она спрашивает, например, какие у вас стандарты фитосанитарные, например. Или как Молдова взаимодействует, или насколько молдавское законодательство похоже, или она похожа, например, на какую-то европейскую директиву. То есть до где-то середины мая у нас будет ответ на вот этот второй, на вторую анкету. Эти две анкеты нужны почему? Потому что Еврокомиссия, она, базируясь на этих информациях, которые мы ей предоставляем, включая на эту информацию, она делает свой, на английском это opinion, свое мнение. Мнение которое, высказывает. Да, высказывает мнение вот по этим секториальным вопросам. И оно предоставляет ее в Европейский консилиум. Европейский консилиум — это структура, политическая структура, которая приводит вместе всех глав государств Евросоюза. И там, базируясь вот на этом мнении Еврокомиссии, и при политическом консенсусе Молдове могут дать или не дать качество кандидата на вступление в Евросоюз. После вручения этого статуса кандидата на вступление в Евросоюз, тогда наступает самый тяжелый этап, это этап переговоров по всем направлениям, там 33 главы, которые должны согласоваться между Евросоюзом и Молдовой. То есть эти 33 главы тематические по разным субъектам, они включают, чтобы Молдова привела в соответствии с стандартами наше законодательство, наши нормативные документы, наши институциональные структуры, чтобы они соответствовали европейским. И вот этот процесс, когда мы вместе с Евросоюзом проводим переговоры, согласовываем и приводим нашу страну в соответствии с европейскими стандартами, вот это самое сложное
самый сложный этап евроинтеграции. То есть мы сейчас находимся на очень ответственном моменте, потому что это действительно очень, во многом зависит от нас на данный момент, насколько хорошо молдавское правительство составит этот документ. Для нас очень важно, чтобы Евросоюз имел правильное понимание о том, что происходит в Молдове не только в генеральном смысле, но и в очень конкретных вопросах. И для нас на данном этапе важно иметь этот документ в хорошем виде, и после этого, используя эти документы или анкеты, чтобы мы имели возможность политически пытаться не то что повлиять, но убедить лидеров Евросоюза, что мы достойны качества кандидата в Евросоюз. А скажите, пожалуйста, Адриан, с какими проблемами сейчас уже столкнулись, заполняя вот эти первую часть анкеты и вторую часть? Ну, при заполнении, в принципе, проблем никаких не было. Прошу прощения, Адриан. Уважаемые господа, буквально пару секундочек мы прервемся. Немножечко проблема у гостя с микрофоном. Сейчас мы... Уважаемые друзья, я прошу прощения за небольшую техническую заминочку. Мы продолжаем дальше. И мы остановились на том, что я задала гостю нашему Адриану вопрос о том, с какими проблемами столкнулась группа, работающая над анкетой, да, над первой частью, над второй частью. Какие-то подводные камни, может быть, да, какие-то... На данный момент подводных камней быть не может, потому что сама анкета, она спрашивает, каково состояние вещей сейчас. То есть это скорее ревизия всех областей, по которым анкета задает вопросы, чтобы мы на них ответили. Есть два больших провокарь, которые ставятся перед командой, которая заполняет анкету. Я хочу отметить, что особенно вторая анкета, практически все государственные институты были включены в заполнение каких-либо ответов. То есть привлекли все структуры. Да, потому что оно очень разноемкое. И есть две провокации. Извините. Провокации? Не провокации, провокации не то слово. То есть есть два элемента, которые действительно заставляют нас быть очень внимательными. Первое, это очень мало времени. То есть из-за регионального контекста, из-за войны, из-за того, что Евросоюз понимает важность как можно быстрее дать ответ на наш запрос, они попросили, чтобы мы насколько возможно быстро заполнили эту анкету. Очень сильно ограничены во времени. Очень сильно ограничены во времени. То есть мы первую анкету заполнили за 11 дней. Вторую анкету мы работаем, вот это будет конец второй недели. Я уверен, что к середине следующей недели у нас анкета будет готова. Это 1800 вопросов, это будет больше где-то, наверное, больше 2000 страниц текста. То есть, и это все должно быть на изумительном английском, это должно быть практически куски законов, которые мы объясняем, как они работают для руководителей Евросоюза и также для институтов Евросоюза. То есть очень мало времени. И поэтому это напрягает немножко ситуацию. И второй элемент — это то, что
ответы это не могут быть просто скопированные куски из законов. Это должно быть внятное объяснение для кого-то, который, может быть, первый раз читает, что в Молдове происходит, например, по законодательству по окружающей среде, например. Или по другим разным элементам. То есть должны быть какие качественные комментарии, да, понятные с первого раза для на людей. На хорошем английском, на понятном техническом языке. И чтобы это разъясняло как можно четче позицию Республики Молдова по всем вопросам, которые там изъявлены, по всем 1800 вопросов из второй анкеты. И первая анкета уже заполнена, там было 369, если я не ошибаюсь, вопросов, или 370 вопросов. Скажите, пожалуйста, Адриан, а вот эти анкеты, да, которые прислали Республике Молдова, чем-то отличаются от украинской и грузинской? Мы этого не можем знать. А, вы не знаете об этом? Я видел, что Грузия публиковала свою первую анкету. Угу. Она немного отличалась от нашего. Угу. То есть были какие-то национальные специфические вопросы, но в принципе, как структура, как логика вопросов, там примерно то же самое. То есть первая анкета это была больше политическая часть страны, например, как устроен Молдавский конституционный суд, как устроен и как работает парламент, какие механизмы работы парламента у нас в законодательстве, как устроено правительство, как правительство работает с местным самоуправлением, например. Вторая, и по украинской анкете, и по грузинской примерно в таком ключе и там вопрос. Угу. Вторая анкета, она направлена на там 33 раздела. Раздела, да. И все они практически спрашивают, какие у нас разные секториальные политики по разным направлениям. Адриан, а вот то, что касается в контексте войны, да, в Украине, заявка Украины, она будет рассматриваться на каких-то льготных условиях, привилегированных условиях, это не касается Молдовы, и мы идем в связке, да, три страны, или по каждой стране отдельное решение принимается, отдельно рассматривается? Смотрите, война в Украине открыла, наверное, глаза всей Европе, что эта часть восточного партнерства, имею в виду Молдова, Украина, Грузия, нуждается в открытости от Евросоюза и нуждается в поддержке сохранения наших стран в числе стран свободного мира. И война в Украине открыла всем глаза, что при существующих вопросах в разных сферах, в сферах реформ в наших странах, в Украине, Грузии и Молдове, мы все-таки являемся европейскими странами. У нас, у большинства населения, по крайней мере, есть амбиция жить в свободной стране, в стране, где доминирует демократия, свобода слова, свободная экономика. И при всех этих сложностях, которые наши страны имели и до войны, все поняли после начала войны, что мы являемся европейскими странами. И это, можно сказать, открыло всем глаза и создало возможность в ускоренном режиме или при более большой политической поддержке со стороны Евросоюза обсуждать членство или статус кандидата в Евросоюз, Молдову, Грузии и Украину. Теперь заявка и ответ на эту заявку, он не рассматривается вместе. Все три страны отдельно подают заявки, они рассматриваются отдельно. Даже если, например, решение будет высказано вместе, они все равно на техническом уровне, на политическом уровне, они обсуждаются отдельно. Потому что это зависит все-таки и от возможности страны начать принимать и европейские стандарты и законы. Это очень много зависит от возможности страны или желания имплементировать разные стандарты от Евросоюза. Это капачтате. Возможность. Тоже возможность страны внедрять европейские проекты. И это анализируется отдельно. Плюс политическая сторона, что каждая из стран Евросоюза должна согласиться с тем, что страна Молдова, Грузия или Украина должна стать
членом, кандидатом вступления в Евросоюз. Это есть, должна высказать каждая страна из 27, да, по каждой стране, да, Украины, да, Грузии, вот именно. То есть страны Евросоюза не будут рассматривать нашу заявку вместе. Все страны по отдельности будут рассматривать три разные заявки. Структуры Евросоюза будут анализировать разные анкеты и будут иметь разные, скажем так, вопросы по возможности или готовности страны стать членом, или не членом, а кандидатом в члены Евросоюза. То есть, конечно же, в условиях войны все понимают, что Украина сталкивается с небывалыми сложностями, но на техническом уровне Евросоюз все равно рассмотрит и вот эти анкеты, и техническую возможность, и политическую готовность Украины стать членом Евросоюза. И также по Молдове, и по Грузии, конечно. Адриан, хорошо, а вот скажите, пожалуйста, заявление наших политиков, да, есть такой небезосновательный скепсис, что якобы Молдове не видать, то есть по шкале, будем так говорить, от худшего, да, более к плюсу, что якобы Молдове не видеть Евросоюза как собственных ушей, Молдову не ждут в Европейском Союзе, да, это с одной стороны. И с другой стороны, это прогноз где-то. Ну, можете работать лет 10-20, посмотрим, кто доживет еще до того, когда мы вступим в Европейский Союз. Ну, как всегда, правда находится где-то посередине, знаете. Я поэтому и сказала про шкалу. Вопрос про вступление в Евросоюз, он действительно на данный момент не ставится. Потому что это не близкое, то есть это не полгода, это не год, к сожалению. На данном этапе очень важно стать членом-кандидатом в Евросоюз. Почему это важно? Во-первых, потому что в момент, когда мы становимся страной-кандидатом, для Молдовы открывается очень большое количество фондов для вступления в Евросоюз. Это для улучшения инфраструктуры, для улучшения школ, для поддержки бизнеса. И это Имеете в виду денежное, да, материальное? Да, материальное. Это первое. Второе. Начинается градуальное внедрение Молдовы в существующие европейские проекты. Например, мы уже на данном этапе, например, являемся членами программы «Горизонт 2020», которая позволяет нашим ученым на равных правах с европейскими учеными подавать проекты для анализа для их работы как ученых. Теперь в момент, когда мы становимся страной-кандидатами в Евросоюз, у нас постепенно будут появляться все больше и больше прав внутри европейских программ, где наши люди будут или наши институты будут работать наравне с Евросоюзом. И это очень большая возможность для модернизации институтов, для привлечения инвестиций, для привлечения проектов. И третье, в момент, когда мы становимся страной-кандидатом, это открывает возможность для еще большего углубления в экономический рынок Евросоюза. Это будет означать, что будет дискуссия по экономическому блоку вопросов, и там действительно и на данном этапе уже обсуждается, чтобы увеличились, например, квоты для экспорта в Евросоюз, и они будут увеличиваться до момента, когда некоторые части рынка уже будут работать без квот, экспортируя в Евросоюз. То есть уже статус страны-кандидата открывает для нас невидимые ранее возможности. Следующий этап по дискуссии по или обсуждению этих 33 или 32 блоков, которые будут обговариваться вместе с Евросоюзом, по как быстро Республика Молдова сможет внедрить весь Acquis Europe, этот европейское законодательство в Молдове, как быстро мы сможем решить проблему, например, с правовой системой в Молдове, это зависит во многом от нас и зависит от политического контекста, потому что все-таки включение страны в Евросоюз, любой страны, сейчас не только про Молдову, это все-таки политическое решение Евросоюза. И мы должны использовать все это время, пока мы модернизируем нашу страну, чтобы убедить все страны Евросоюза, что мы являемся должной страной
который имеет все, что надо для того, чтобы стать полноценной европейской страной. Но опять же, повторюсь, статус страны кандидата в Евросоюз открывает для нашей страны возможности, невиданные ранее. И это уже будет огромным скачком, который у нас не происходил в последние 10 лет. Как вы думаете, вот вы вообще оптимистично настроены, шансы у Молдовы-то есть или как вы считаете? Я думаю, шансы и у Молдовы, и у Грузии, и у Украины есть. А что касается в отношении Приднестровья, это же большая проблема, нас могут взять без Приднестровья, то есть, ну, конечно, наивный вопрос, но тем не менее, рассматривается член, такой сценарий? Это вопрос Приднестровья, он действительно важный вопрос, но для вступления страны в Евросоюз, то есть и на данном этапе для вручения статуса кандидата страны для вступления в Евросоюз, вопрос Приднестровья, он не так остр. В принципе, Приднестровье, большинство экспорта Приднестровья идет в Евросоюз. Это означает, что большинство больших предприятий из Приднестровского региона, которые производят и экспортируют в Евросоюз, они под контрольным каким-то стандартом, который позволяет им экспортировать. Да, с политической точки зрения. Эскалация конфликта вот сейчас, что происходит в Приднестровье. Это действительно вопрос безопасности, но на данном этапе он не рассматривается, потому что он не так резок. То есть политическая ситуация в Приднестровье, она на этапе страны статуса, страны, которая хочет получить статус кандидата в Евросоюз, он не так, не то что не важен, но не так остро инфлюенциаза? Проявляется. Да, проявляется в этих вопросах. Но для вступления в Евросоюз непременно у нас должен будет быть ответ на вопрос по реинтеграции и разрешению конфликта. А это как-то повлияет, подождите, до вступления, имеется в виду на решение Еврокомиссии, Европарламента, именно вот этот вот вопрос? Он будет рассматриваться, но... Я про кандидатский статус имею в виду. Но я не думаю, что он будет иметь решающее значение. Угу. Он будет, естественно, рассматриваться, он важная часть политической ситуации в Республике Молдова, но это не стратегический элемент, который на данный момент может повредить, так скажем. Адриана, хорошо, а скажите, пожалуйста, то, что вот ситуация в Приднестровье, это первый момент, второй момент, война в Украине. Как вы думаете, повлияло ли на восприятие вообще Украины, Молдовы, да, ну и Грузии в том числе, и на принятие решений по нашим странам? Есть какое-то влияние или все идет своим чередом, никому никаких приоритетов? Я и раньше говорил, что имеет большое влияние, то есть война в Украине открыла глаза Европе на то, что люди на данный момент в Украине особенно готовы умереть за то, что они хотят жить в свободной, независимой и процветающей стране. И то есть понимание того, что Молдова, Грузия и Украина являются частями Европы, усилилось многократно с началом войны в Украине. Я должен сказать, к сожалению, потому что и Молдова, и Грузия, и Украина долгие годы пытались объяснить Евросоюзу, что при всех проблемах, и это не делали в особенности политики, это делало гражданское общество, активисты, журналисты, что Молдова страны Восточного партнерства, Молдова, это трио стран, Молдова, Грузия, Украина, при всех проблемах они являются европейскими странами, они хотят европейских реформ, люди хотят европейскую модель развития. И война в Украине усилила многократно понимание Евросоюза об этом. И я как говорил, я не думаю, что если бы не было войны в Украине, я думаю, в этом году мы увидели бы прошение о вступлении в Евросоюз и от Молдовы, и от Грузии, и от Украины, но это не было в таком ускоренном формате. Потому что и Евросоюз видит вручение статуса страны кандидата в Евросоюз для этих трех стран как элемент поддержки этих трех стран, наших трех стран, и элемент укрепления наших стран, как я говорил, в странах
свободного мира, то есть в числе стран свободного мира. Адриан, все-таки 27 стран, да, в Европейском Союзе. Вот как вы считаете, какое есть прохладно, да, скептически настроенные, есть наверняка те, кто вообще является противниками этого вступления? Как вы считаете, сколько стран таким вот образом прохладно отнесется? По ситуации я могу говорить по Молдове. На сегодняшний момент, по крайней мере, да, по Молдове. К счастью, нет стран, которые имели бы резкую негативную позицию по вручению Молдове статута страны кандидат в наступление в Евросоюз. То есть кто-то, который был категорически против такой страны в Евросоюзе, к счастью, нет. Есть страны, для которых Молдова не является приоритетной страной в их внешней политике. И это нормально. Есть страны, которые очень отдалены, которые имеют другие интересы в своей внешней политике, но это влияет на то, что у них меньше информации, меньше понимания о том, что происходит в Республике Молдова. И это еще раз подчеркивает важность этих анкет, потому что особенно для этих стран, которые имеют более общее понимание о Республике Молдова, им нужен конкретный документ, где бы они могли прочитать и посмотреть, что конкретно происходит в Молдове по самым разным вопросам. И над этим сейчас активно работает Министерство иностранных дел и евроинтеграции, именно на то, чтобы объяснить странам, у которых есть вопросы к Республике Молдова по готовности Республики Молдова стать страной кандидатом в наступление в Евросоюз, чтобы они этим объяснили. Есть страны, которые рассматривают этот вопрос более политически. И эти страны, конечно, страны Центральной Европы, например, Польша, Румыния, конечно, она видит в этом большой политический приоритет для нее, чтобы Молдова стала частью или стала страной кандидатом на вступление. Германия, например, Швеция, которая является одним из начинателей восточного партнерства. Но есть страны, которые рассматривают этот вопрос намного техничнее. То есть они не смотрят столь на политический контекст, столь на готовность страны по очень техническим вопросам. Это, например, является Данимарка. Она очень прагматично смотрит на этот процесс, и она хочет видеть, что страна, вне зависимости от политического контекста, готова на вступление. Но по этому вопросу я хочу сказать, что мы действительно должны проделать до июня большую работу по показу того, что мы готовы. Потому что по законодательству мы действительно готовы. По ситуации в экономике мы готовы стать страной-кандидатом. А комиссия по евроинтеграции, вот, Адриан, пару слов расскажите, чем занимается, продвигает, да, эту ситуацию в европейских странах? Ну, комиссия, вы имеете парламентская? Или которая создала... Которая сейчас, вот, кстати, буквально несколько слов о ней скажите, пожалуйста, что это за комиссия, кто входит, каковы функции, президент цели? Президент Республики Молдова Майя Санду собрала самых... не то что, собрала министров, у которых есть портфолио в своем министерстве, очень тесно связанном с евроинтеграцией, и лидеров парламентских комиссий, которые, опять же, работают с очень многими из вопросов по евроинтеграции, чтобы во всех этих учреждениях и на политическом уровне, включая, приоритизировать процессы, которые связаны с евроинтеграцией. То есть эта комиссия имеет роль того, чтобы люди на политическом уровне имели всегда в одном глазу, не упускали из вида процессы евроинтеграции и понимали, что это очень большой приоритет для Республики Молдова. Комиссия собралась перед вручением первого этапа этого анкеты. Задачи на первом этапе это чтобы наши институты и министры вместе с парламентом создали очень хороший вторую анкету, поскольку она является намного больше и намного техничнее. После завершения этапа подачи этих анкет будет уже, наверное, более детализированный план работы комиссии по евроинтеграции. Но эта комиссия по евроинтеграции это более такой контрольный орган для того, чтобы мониторить, как все учреждения Республики Молдовы
респекта выполняют планы по и координируют, и координируют. То есть это институт контроля и координации процесса евроинтеграции. Адриан, еще один вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, консультации с гражданами, я имею в виду референдум, когда, на каком этапе планируется проводиться? Этот референдум будет, и он наверняка будет проводиться, когда все переговоры по всем 33 главам по вступлению в Евросоюз будут закрыты. То есть, когда Евросоюз и Молдова скажут, что Евросоюз скажет, да, Молдова готова по всем 33 главам, Молдова скажет, что мы привели нашу инфраструктуру, нашу законодательную область и наши возможности наших институтов быть частью Евросоюза, и когда будет оставаться только политический вопрос, политическое решение по вступлению в Евросоюз, тогда является нормальным процессом, чтобы страна-кандидат сделала референдум по вступлению в Евросоюз. То есть это на данный момент не является, это не имеет смысла его проводить сейчас, потому что впереди еще большая техническая работа по этим переговорам, когда они завершаются и остается только политическая часть вопроса, тогда перед тем, как идти и убеждать страны Евросоюза, что они должны принять политическое решение по вступлению Молдовы в Евросоюз, мы сначала подтверждаем готовность граждан стать членами Евросоюза через такой вот референдум. То есть мы ожидаем положительный ответ на наши евроустремления, да? То есть скептиками быть не будем? Я стараюсь быть реалистом. Я думаю, что ответ будет позитивным, может быть, с какими-то условиями поставлены по улучшению каких-то секториальных или технических элементов в нашей административной системе, в нашей законодательной системе. Хорошо, Адриан, я вас благодарю за ваши содержательные комментарии. Я надеюсь, нашим зрителям было интересно послушать от и до, да, весь процесс. Я хотел сказать, что вот процесс евроинтеграции, он политически очень важен. Он действительно звучит громко, но на техническом уровне это очень бюрократичный процесс, это очень много законодательств, это очень много текстов, это очень много технической работы, потому что, поэтому я извиняюсь, если я был слишком техничен в своих объяснениях, но это действительно важная часть работы, которую мы должны проделывать правильно, потому что Евросоюз и все, что связано с Евросоюзом и с моделью развития Евросоюза, он основан на ответственности и не только на политических заявлениях, но еще и на качественной проделанной работе. Благодарю вас, Адриан. Вам спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, я вас благодарю за то, что вы были с нами. Еще раз напоминаю, не забываем подписываться на канал, ставим лайк, поддержите нас материально. Вы знаете, да, где найти информацию. После каждой программы есть номер счета и в комментариях тоже указывается. И всего вам доброго, до новых встреч.